have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Ладушки и наши рыженькие чонки. Вот тут, кстати, значки хорошо видно. Черный почему-то постоянно блюрится, я не знаю почему. Красный, например, нет. Может, потому что я... Ну так, ладно, нормально. Мы попали в квартиру одного из аутсайдеров. Блин, как ее звали, я забыл. Сейчас я напомню себе. Клементина, да, собственно, Клементина. Здесь мы ее, скорее всего, не найдем, потому что я думаю, что ее искали бы как раз в первую очередь здесь. Она в розыске находится. Но, возможно, мы здесь найдем какие-то, ну, не то чтобы улики, а подсказки. Чего? Я просто своей тушей разбил горшок. И он застрял во временной петле, посмотрите. Ну, я не видел особо много лагов в этой игре, но вот этот горшочек... Он прям... Нет, давай... А, вот он исчез, все. Он просто решил закончить со своим существованием в этой игре. Я не могу... О, могу сюда, ну-ка. Это лавовая лампа, смотрите. Она, правда, не работает. Да. Но, тем не менее... Ладно. Учитывая, сколько здесь нычек и как тут все любят прятать, я не буду торопиться, я буду шариться вообще везде. Так, сюда уже заходил, наверх я никак не заберусь. А, тут даже катсцена срабатывает. Ты же не хочешь сказать, что это Клементина? Как ты дома до сих пор? Тебя разве тут не искали? Это как вообще? Я думал, ты стра... неважно, кто ты. Чего ты хочешь? Показать предмет. Кассет. Кассету нам под... Давайте кассет сначала покажем. А? Что это за песня? Погоди, значит, Балтазар наконец-то решил кого-то послать? Я полагаю, это мой новый рекрут. Какой ты маленький. Ты вообще выжил в канализации. Кажется, хочется тебя не занимать. Я ищу путь в аутсайд с того момента, как ушла из рабовейника, но стража всегда на чеку. Теперь, когда ты здесь, ты можешь мне помочь. Следуй за мной. Все пытаются меня использовать. Почему? Я-то проследую, погоди, мне. Интересно, что у тебя тут? Поспать у тебя нигде. У них везде эти мягкие подушки, серьезно. То есть они ведут себя как люди, ассоциируют себя с людьми. И поэтому окружают себя, соответственно, всеми людскими атрибутами. Ну хорошо. Я давно разрабатываю план использования старого поезда. А у меня даже есть ключ, чтобы его запустить. Чтобы привести его в действие, нам нужно лишь атомная батарея. Это которая там вот в начале, да? Я знаю, что корпорация НЕКО на заводе есть одна из них. У меня есть агент, который может помочь нам внедриться в их ряды. Я не знаю его имени. Это робот в куртке бобре с золотой цепью на шее. Передай ему это сообщение. Получен его предмет. Такому маленькому и быстрому, как ты, будет легко прокрасться на завод. И последнее. Не стесняйся обращаться за помощью. Город полон информации. Только держись подальше от стражей. Значит, мне нужно было, возможно, побольше разговаривать с другими роботами. Отыщи атомную батарею. Помнишь манифест аутсайдеров? Любой ценой. Найди моего агента, он приведет тебя к в корпорацию НЕКО. Угу. Я понял. Хорошо. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Нет? Да-да-да, это нам задание напоминает. Это я понял, погоди. А, вот это вот осмотреть. Ну-ка, подскажи мне, что это.
Клементина, это парень чей-то, парень хочет ей помочь. Надо его найти. Он наш единственный способ найти атомную батарею. Не забудь, это в куртке. Это робот в куртке бомбере. Все-таки не в бобре, а в бомбере. Золотой цепи наши. Что такое куртка бомбер? Народ. А если я не в курсе модных дел? Я не знаю, что такое куртка бомбер. Я вообще сначала подумал, что это куртка бобер или даже бобер, блин. А как? А что? Ладно. Это, я так понимаю, где-то там на проходной что-то как-то. Прикиньте, а туда наверх нельзя? О, погодите, тут что-то есть. Это проход. Да. Нет, погоди, это ж не... Я не верю, чтобы это было просто так. Оп. Это место слишком значимо, чтобы тут было что-то просто так. Во-первых, поспим здесь. Посмотрим, к чему это нас приведет и куда отъедет камера. Пока что выглядит просто уютно, а там дальше... Куртка-бомбер, может быть, это имеется в виду, как у авиаторов, такая кожаная куртка с воротником? Ну, если это так, то будем пока что исходить из этого. Классный у нее тут чердак. Блин, я хочу себе такой. Я бы жил вот в таком... в помещении, ну... Вообще, знаете, когда не просто двухэтажная, а двухуровневая комната, вот как здесь, это офигенно. Если бы я проектировал свой дом, то там точно было бы подобное место. Хорошо, давайте посмотрим, что тут есть еще интересненького. Я уверен, что что-то должно быть. Это только место поспать? Погодите, знаете о чем? Знаете что? Так, туда я... Нет, туда не попадаю. Это уже второй раз, когда мы находим какое-то такое заковыристое место, но оно годится только, чтобы поспать. Возможно ли за это какая-то ачивка? Я так и не смотрел пока что на ачивки и... Туда тоже пройти не могу. И что мне для этого нужно делать? Но все же... В самом начале этой локации, когда мы забрались на крышу, там можно было поспать, то там больше ничего нельзя было делать, кроме этого. Также и здесь. Мы сюда попали исключительно для того, чтобы вздремнуть. Ну и посмотреть на классное атмосферное помещение. Однако тут нет ни воспоминаний, вроде как ничего такого. Опа! Ладно, в любом случае мы сюда еще будем возвращаться. Я отсюда никуда не могу запрыгнуть, точно. Хорошо. Я думаю, что пока что мы от Клементины уходим. Стоп. Я ей кружку разбил. Ну ладно. Так, надо вспомнить, что у нас была фишка с кассетой. Кассету можно было вставить в мофон. Ты кто такой? Четвероногая, да-да-да, издающий милые звуки, мы с тобой болтали, но я немножечко подзабыл с прошлой серии. Хотя, вроде, немного времени прошло, однако некоторые детали не мешало бы повторить. Сейчас я тут, наверное, не буду зацикливаться, я пойду сразу вниз, тут эти ребята тусят. Я офигеть как не помню, где мофон, который... Он случайно не в магазине? Он, по-моему, в магазине одежды был. А магазин одежды был вот где-то вот тут. Я хочу сейчас вернуться туда. Вон чувак в куртке, кстати. Давайте... Да, зайди. Давайте проверим мою теорию. Здесь ли был мофон для втыкивания кассетки? Тут куча таких вещей, ну, кошачьих, которые
По-моему, вот он, да? Ставить предмет? Да, я, оказывается, еще не ошибся. А для... Это было для отвлечения внимания? Если отвлекаю внимание, то зачем? Он же говорил, не шуметь и всякое такое. Сейчас, возьми, кто включил эту штуку? А ты не знаешь, как ее выключить? Просто интересно, я сейчас трачу время, я должен что-то делать, пока он это... Это самый модный магазин в Мидтауне, но его владелец постоянно на всех ворчит. Я понял. Но мы ему сейчас немножечко устроили. Я наверх туда запрыгнуть не могу. Не могу. Могу попасть сюда. Короче, честно, я пока что не понял, зачем я это сделал. Там можно было через, вроде как, окошко выбраться, не окошко. Туда я проникнуть не могу. А зачем? А! Ладно, пойдем, наверное, дальше. Я это сделал, но я пока не вижу смысла, зачем я это сделал. Хорошо. Честно говоря, меня самого начала эта музыка подбешивать, поэтому я просто свалю пока что. Так, это явно не ты. Я уверен, что я пропускаю здесь какие-то ништяки классные. Но просто зачастую я не знаю, как туда добраться. И пару мест, которые я находил, в которые вроде как можно что-то где-то как-то добраться. Это меня никуда не привело. Так, это не ты в куртке-бомбере случай? Нет, 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 этот чувак закинулся. У него все хорошо. Задержанный не Клементина. Продолжайте поиск. Я тебя понял. Резиденция, магазин, корпорация НЕКО. НЕКО туда. Здесь же я в прошлый раз забирался, да? Да, мне кажется, здесь. Сейчас, ребята, одну минутку тогда подождите. Ладно, я тут немножечко покрутился, просто не хотел, чтобы это слишком много экранного времени занимало. Мы и так большую часть исследовательскими занятиями разными занимаемся. Так. Ты. Не-не. А, ну да, тут же можно было тоже сюда запрыгнуть. Мы туда вроде наверх могли запрыгнуть. Да, могли. То есть мы туда и так можем попасть. Здесь. Можно сюда. 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 Так.
Туда не могу. Сюда можно. Ну, соответственно, только выше. Вот у нас вот это место было в прошлый раз. Куда мы попали, и оно никуда не ведет. Это просто что-то феерическое. Почему сюда можно забраться? То есть явно разработчики сделали мне сюда путь. Погоди, а может... Да нет. Хотя, вон, видите, вроде как вот тут наверх, вон там наверх, вон там на крышу, но... Видите, туда не забраться, это слишком высоко. Сюда тоже не забраться, ни на трубу, никак, нигде. Можно только на кондиционер и дальше. То есть мне на данный момент это вообще крайне непонятно, почему это так. Это выглядит как будто можно куда-то. И даже видно некие намеки, куда можно. Но по сути это не работает. Не знаю почему, не знаю как. Вон туда никак не получится. Но и с этого угла тоже не выходит. Потому что прыжки, они исключительно намагниченные. Я не могу забраться туда, что в те места, которые не предусмотрены разработчиками. Или я где-то пропускаю что-то, что, кстати, вполне возможно. Или же это все очень нелогично. Ладно, давайте тогда... Не-не-не-не-не, чувак, вниз все. Поехали. Нам пора. Угу. Так. Значит, здесь у нас дроны. Ну и пройти здесь не выйдет, да? Ай, больно. Я тебя понял. Здесь. Оп. Оп. Ладно. Ищем чувака в куртке. Ну-ка, познакомимся. Я целую вечность сижу, жду, когда мне стоплачи вернется и поможет мне пополнить запасы шляп. Босс очень недоволен. Если этот парень снова балду гоняет в баре, ему не поздоровится. Так, погоди, а мы с тобой вроде не разговаривали в прошлый раз. Оскур, да? Еще раз. Стоплачи вернется и поможет мне заполнить запас... Пополнить запас... Стоплачи. Если парень в баре... Я понял. Заходить в магазин нельзя, когда там пополняют запасы. А учитывая, насколько некомпетентны эти двое, может затянуться на кучу времени. Я понял. А мне туда надо, пойдем в бар. Будем искать этого стоплачи. Так, и где у нас был бар? Пуадре... Так, нет. Это парикмахерская? Нет, это... погоди, это тут просто у нас парнишка сидит, да? Парнишка. Влади, Влади, точно, Влади. А это уже начало уровня. Да. Погодите, а возможно, что... Элык... Чуть-чуть перевести? Не беспокойтесь о мусоре. Корпорация Нека обо всем позаботится. Спасибо. Я так беспокоился. Извини. Чувак просто упал из-за меня. Да, это самое начало уровня. Мы можем... А, минуточку, а тот парень, который там отдыхает за... я позабывал их имена. Вот тут, который сидит, отдыхает. Это кто? Как его звать? Банабот. Угу. Угу. Хорошо. Это случайно.
Нет, хорошо. Доступ к нижнему уровню граничной связи с угрозой. Да-да-да, органической жизни, это мы читали. Нет, тут везде сетка. Тут везде наверх не запрыгнешь. Угу. Я забыл, где бар. Ладно, будем сейчас искать. Да, тут мы скреблись в дверь. Это так, я для себя легкий брифинг провожу того, что было, то, что не было. Так, Реймиль. Погодите, а вот туда вот как можно попасть? Там же явно то, что мне нужно. Может быть. Я чувствую, что я очень много... Блейзер? Нет, спасибо. Хорошо, пойдем шариться по переулкам. В бар. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Тут у нас бот чистит. Сет-зиро. Глак. А может быть это... Ну-ка. Мо, Джо... Как вот этих ребят звали? Дженмен, Саймон, говорит, и Мико. Мико зажигает прям. Так, ну ладно, вот бар. Рейзен Пуч, Джазам, Мимут, Тенин. Джонни. Дружище, маленький сэр в этих маленьких глазах. Да-да-да-да-да. Ну-ка, показать предмет. Парень в куртке, бомбере, золотой цепи на шее. А, по-моему, видел этого парня сегодня. Он был рядом с клубом. А, то есть я мог спросить, где он находится. Ну, в принципе, логично. Угу. Это чувак, который вирус подхватил. По-моему, видел, он был рядом с клубом. То есть, ладно. Где клуб, я знаю. Но в баре у нас нету чувака, который должен помочь со шляпами. А мне нужно в тот магаз. Джазам. Угу. Ясно. Это их стандартные ответы. Вещь у меня, кстати, только одна осталась. Только вот эта записка. Это у нас патрульный бот номер... Он даже не номер, он просто. Круни Кунди. Может, это тот парень, который с Трикси, кстати? Мэдби. Мы продолжаем разрушать ее бар. Мэдби. Так. Ладно, я более-менее стал привыкать к тому, что здесь творится. Еще раз Оскур ступлачи вернется и поможет. В баре ему не поздоровится. Но... Погоди, а это случайно... Нет. У нас его даже имени нету, он у нас просто как красивая койка. Насколько это возможно. Нет... Ну, по сути, бар, это же вот это место. Блин, я сейчас, наверное, туплю просто невыносимо, извините. Но мне хочется найти этого парня. Возможно, это он. Но если он уже наелся и спит, то что... А, я понял. Я понял, зачем это место. Зачем мне туда наверх. Я все понял. Я же говорил, что оно не может быть просто так. Ступлачи. Смотри на его лицо.
Ему явно плохо. Он даже говорить не хочет, он просто пошел. Но с другой стороны, смотрите, какой он ржавый. Он просто доходяга какой-то. Ой, не хотел бы быть на его месте. Прям с расстояния физическая боль ощущается. Чуваку очень нехорошо. Ну ладно, он сейчас поможет со шляпами, наверное. Я же надеюсь, что это он. Давай, давай, иди, чувак, мне тебя жаль, но иди, мне надо попасть в магазин. Потом пойдем уже на поиски этого чувака в бомбере. Может быть, кстати, вот это он, вот это, ну, ладно. Типа, где ты был столько времени? У него реально часы есть, прикиньте. Нужно, чтобы меня пронесли в коробке, так я понял? Положи меня, пожалуйста. Фух, спасибо. Во-первых, у меня теперь сюда есть шорткат. Во-вторых, смерть твоему ковру за то, что ты меня не пустил. В-третьих, ну это же... Извиняюсь, это же не может быть все просто так. Поэтому я ж тогда еще удивлялся, а почему там такое место, почему я туда могу запрыгнуть, на этом ничего не могу сделать. Вот нарисовался квест. Хорошо, так. Опять же, не знаю, насколько это именно квест. Это же просто выход на... Да, это просто выход на улицу. У них мотороллеры рабочие, фига себе. Ну, допустим, возможно, нужно подождать полной разгрузки товара, кстати. Почему бы и нет? В другие коробки я залезть не могу. Это была пустая коробка. Специально для моего проезда в ней. Может, это как в мафии? Нужно подождать, пока приедут все коробки. Да-да-да-да-да, уходи. Ладно. Ждем, пока они что-то разгрузят, загрузят. Так, с золотой цепью. Но это же должен быть ты, нет? Хотя цепи золотой не вижу. Я видел его рядом с клубом. Вышибала. Клуб закрыт, проваливай. Взятка? Я не беру взятки. Я оценю свою работу. Что это такое? Да это не взятка. Посмотри, пожалуйста. Ладно. Ну, клуб здесь. Чувака видели рядом с клубом. Это же явно не ты. Фи. Фу-фу. Фи-фи. Знаете, что я думаю? Возможно, мне сейчас там коробок накидают, чтобы... Может, это куртка? Кунди. Я только что прошел мимо лифта, и на меня накричали стражи. В течение многих лет нам говорили, что да-да-да, это мы с ним обсуждали уже. Не всем понимаю, что ты мне показываешь. Ты должен показать моему другу, он много чего знает. Так, допустим. Стражи. Та-та-та-та-та. Это Блейзер. Мы раньше вместе работали. Так, я видел где-то Блейзера. Когда мы говорили в последний раз, он строил какие-то планы насчет корпорации НЕКО. Это случайно не тот, который стоит с газеткой, читает там. Ну-ка, секундочку. Не туда. Окей, мы выяснили, что чувак в бомбере — это Блейзер. Блейзер вроде как у нас... И не зря я побегал, сейчас имена поузнавал у людей. А, вот... Да, это та куртка. Это та куртка. А цепь? А цепь мы отсюда не видим, потому что он читает. Но цепь у него есть, и куртка у него, это авиаторская. Я знаю, что ты хочешь. Откуда ты это взял? А, ты зовут... мой агент?
Так, вкратце про атомную батарею. Батарея питает завод корпорации НЕКО вон там. На его территории закрыта и усиленно охраняется. Они проверяют абсолютно всех и пускают только тех, кто там работает. Ну, я-то проберусь. У меня есть идея. Принеси мне куртку рабочего и каску рабочего. А я пока буду здесь, чтобы вычислить подходящий момент для прохода. Ты офигел! Куртку рабочего, каску рабочего. Да? Возможно, мне украсть куртку. Да, все, я понял. Зачем мне было его отвлекать? Теперь все складывается. Я просто очень многие вещи делаю наперед, а потом не могу понять, зачем и где. Все, он сразу выключил. Сразу у него все хорошо. Ясно. Теперь каска. Каска. Где я могу ее взять? Ну, я так понимаю, что это нужно или рабочего найти, или... Ну, давайте по очереди. Так. Что это за мех на твоем корпусе? Да, чувак, тебе такого меха не видать в жизни. Во-первых... Куртку можно отдать сразу? Принеси мне куртку. На, держи. Отлично, эта куртка именно то, что нам нужно. А мне все еще нужна каска рабочая. Ты же нашел? Нет, найду, чувак, найду, не переживай. Что у нас по разгрузке? Они закончили разгрузку? Нет? Дружище? Опа! Оба. Погодите, это шляпы, да? Шляпы. Вот зачем мне нужен этот магазин будет. Ну, они грузят пока что. Это, конечно, классно. Там какие-то полочки на них. Каска. Вот она. Все, я понял теперь, зачем мне все это было нужно. Есть, чувак. Все оказалось немножко попроще. Я как-то просто заранее себе подготавливаю кучу всего, потом оказывается, что опа, и все. Отлично, каска подойдет. Сейчас переоденусь, может, отвернешься. Может, и отвернусь. Отлично. Немного тесновато в талии, но сойдет. Запрыгивай в коробку, я принесу тебя через проходную. Да, у нас тут очень много геймплея с коробками. Я тебя пронесу тут, я тебя пронесу там. Но хорошо, годится. Мы же вернемся еще потом в эту локацию, я понимаю. Надеюсь, думаю, хотелось бы. Ну, потому что батарею же надо будет еще вставлять. И за Клементиной вернуться. И тут опять же лифт или ворота, как они там называются. Неко... Corporation. А у вас все прям вот так по-людски, то есть у вас нету каких-то там ID номеров, сверять ничего никто не это, все нормально, да? Так, ну я агент. Нужно, чтобы меня не запихали в мусор, а так все хорошо. Это очень интересно. Мяу, 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 мяу. Он там шутки травит, все хорошо, все нормально. Я так понимаю, мне нельзя этим дроном попадаться. Все-таки некий элемент стелса тут есть.
Зачем я в каждую коробку залезаю? Чувак меня тут даже не видит, не достает. А музыка чуть-чуть похожа на этого, на Goat Simulator. Это было стрёмно. Так, мне, возможно, теперь на ту бочку. А особенно учитывая, что он ее сканит. Идите нафиг! Тупые роботы! Эй, как хорошо, что ты здесь. Ты можешь мне помочь? Я потерял ключи от квартиры на этом огромном темном заводе. Стражи отказались мне помочь. Они сказали, если некуда идти, здесь всегда есть работа. Если поможешь мне их найти, я буду тебе бесконечно благодарен. Потерял ключи. То есть тут есть квест? Я пока что не особо представляю. А, прям вот так? Жестоко. А если спрятаться, он тебя все равно засечет? Или нет? Что тут всем пытаются меня убить? Кого фига? Аж здесь. Ладно, ребят, тогда давайте на этом моменте заканчивать. Продолжим уже в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.